Церемония награждения ребят, показавших высокие результаты на серьезном экзамене по немецкому языку, прошла в торжественной обстановке. По звуке саксофона прозвучали слова похвалы ученикам от их учителей, а также многочисленные поздравления от гостей, приехавших из Германии. Особенно волнительным моментом для ребят стало вручение дипломов первой степени, или так называемых шпрагдипломов. И это неудивительно, такой высокой награде предшествовали годы кропотливого труда. А поэтому для каждого школьника она особенно ценна. Подготовка, на самом деле, очень длительная к сдаче этого диплома. И когда ты проходишь ее и, наконец, понимаешь, что все эти твои старания были не зря, и сегодня вот на сцене ты получаешь диплом, то тебя переполняют эмоции. Они сдавали серьезный экзамен. Этот экзамен состоит из четырех частей. Это аудирование, это чтение, это устный экзамен в двух частей. И это еще письменные, как сочинение, но это немножко отличается от русского слова сочинения. В прошлом году количество школьников, отмеченных высокой наградой, составило 37 человек. В этом число эрудитов заметно увеличилось. Дипломы были вручены 53 десятиклассникам. Таким образом, это позволило Брестской средней школе номер 7 стать лидером среди белорусских школ с углубленным изучением немецкого языка по количеству учащихся, показавших высокий уровень знаний. И этот факт не может не радовать. Такой результат, по словам директора школы номер 7, был достигнут благодаря серьезной работе учеников и, конечно, поддержке их учителей. В нашей школе работают очень хорошие специалисты. 20 учителей немецкого языка. Фрау Краус, специалист из Германии, с 2006 года работает в школе. Наши дети очень способные и настроены, направлены на получение знания языка. Некоторые из них будут пробовать свои силы по окончанию 11 классов поступать в высшее учебное заведение за границей. И наличие такого диплома как раз подтверждает знание языка той страны и дает право участвовать в поступлении. Получение шпрагдиплома первой степени – важная ступень для подростков во владении ими знаний немецкого языка. Но это далеко не предел, и есть к чему стремиться. Впереди еще один год обучения в школе, а поэтому есть возможность стать обладателем диплома и второй степени. Это, конечно, существенно облегчит поступление. Наличие таких знаний и таких степеней – отличие возможность в дальнейшем стать студентами высших учреждений образования, как Беларуси, так и Германии, без сдачи языкового экзамена. Как бы там ни было, решат ли сегодняшние школьники обладатели серьезных наград связать свою жизнь с немецким или нет, полученные ими в школе знания, владение языком, несомненно, пригодятся в жизни. Этот диплом очень большую возможность дает детям, которые хотят учиться за границей, в частности, в Германии. Имея этот диплом, ты можешь легче поступить туда. Также это пригодится тебе и в Беларуси. В дальнейшем, я думаю, поможет работу получить хорошую или просто там заводить новых друзей за пределами своей страны, на другом языке разговаривать. Я думаю, что в первую очередь по работе я постараюсь как-то это связать. София Бережная, Виктор Халявко, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.